Мотыгой? Убить дракона мотыгой. Вот. Вот ради чего я играл в Майнкрафт. Все, теперь я понял. Хай, ребята, с вами Супер Герчик, и сегодня мы поиграем в Майнкрафт на версии 1.16.5. Как вы можете помнить, в прошлой серии мы нашли крепость. Да, это крепость, насколько я знаю. Подземная крепость. Мы нашли эту крепость, и теперь мы будем мочить дракона, если это получится. Надеюсь, это получится. Возможно, это будет финальная серия, но это под вопросом, конечно, еще. Итак, нам нужно взять некоторые вещи. Ну, вроде бы все. Так. Я думаю, мы будем умирать очень много раз, так что я буду просыпаться на этой кровати, снова идти в бой. Смотрите, здесь у нас не хватает, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук не хватает у нас. Ну, можно было сосчитать быстрее, но я решил по-своему. Итак, поставили. Я это делаю по-настоящему в первый раз, наверное. Положим лишние штуки сюда. И я думаю, можно выдвигаться. Почему нет? Возьмем на всякий случай, вот у нас меч, кирка, булыжник и доски из темного дуба. Я думаю, они нам помогут. И, ну что ж, телепортируемся. Прыгаем. Мы-то знаем, что это еще не конец. Однако серия, возможно, последняя. Кто знает. Мы появились под землей. Ага. Держим путь куда? Вверх? Давайте вверх. Ох, как шумно, как шумно. Я в наушниках. Как будто стиральная машина ночью. Примерно такие же звуки. О, мы докопались до верха. Ну, не докопались, вернее, но дошли. А, ну, вот сейчас и дошли, докопались тоже. Ох, здравствуйте. Я, конечно, немножко чужак для вас, но я должен уничтожить некоторые штучки. Так, собственно, поднимаемся вручную. Ой-ой. Повезло нам. Он мог сейчас нас убить. Ой, не туда нажал. Ну, бывает. Такое ощущение, как будто он рядом летает. И это было ощущение правдивым. Возрождаемся, да. Сначала давайте мы уничтожим... А хотя зачем так мелочиться? Давайте с ним по-настоящему биться. Берем все нужное для битвы. Правда, все-таки некоторые вещи мы оставим. Ну да, на всякий случай, мало ли. Это же, как сказать, хороший игрок тут у нас. Я на самом деле, сами знаете, готовы ли мы к битве? Могу однозначно сказать, что я не уверен в ответе. Но я прыгаю в портал. И раз... И бегу мочить всех, кто там живет. Хоть добрых, хоть злых. Просто мочить. Главное, чтобы эндермены не нападали. Вот это проблема. Действительно. А надо найти, где тот дракон. Я немножко потерял его из виду. Возьму вещи свои. Если так лагать будет, я его никогда не замочу. Смотрите, он спустился. А, хотя его мочить пока не будем. Наоборот, воспользуемся моментом. Ой, ой-ой-ой-ой. Да что-то я никак попасть не могу. Что же со мной такое произошло? Хорошо, хоть у меня с собой эндерняк был. Что-то я не подумал, пора блоки. Сейчас надо научиться стрелять. Я немножко забыл, как это делается. Чего? Ой-ой. Вредная штука, ненавижу. Все,
Наконец-то. Итак, уничтожаем потихоньку. Помаленьку. Ой-ой-ой. Когда он стреляет, надо бежать. Ладно, я это усвоил. О, так можно было, что ли? А что, так можно было, что ли? Ого, там что-то высоковато для нас. Ай-яй. Нет, 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 только не это, только не это, только не это. Валим, 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 валим. Они опаснее, чем я думал. Ой-ой-ой. Особенно, если работают в паре с драконом. Самое главное, конечно, тут это не подходить к краям слишком сильно. Ой-ой-ой, это опасно. Опасно, конечно, драться тут с интерменами. Они что-то больно мощные. И действительно, больно здесь в прямом смысле. Потому что действительно больно. Так, он стрельнул. Все, уходим. Вовремя я. Нифига себе, я метки. Ого, что за звуки. Итак. Итак, итак. Осталось всего немного, на самом деле. Я не знаю, что будет, если зайти, поэтому заходить не буду пока. О! Так, ловко. Сейчас я что-то не знаю, где тут есть, где нет этих штучек. Ага, вот здесь есть. Ну, у нас осталось не так много патронов, конечно. Ого, интересно, мы, конечно, провернули тут дело. Правда, нам нужно успеть убежать. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой, 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 ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, 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 ой-ой-ой. Думаю, самое время съесть золотое яблоко. Или нет? О, повезло. Ой-ой-ой-ой, меня не трожьте. Я вам песенку спою. Ой-ой-ой-ой. 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 На, мочи, 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 мочи. Бежим, бежим, бежим. Я могу сказать только... Беги, Форест, беги! Последний раз я так бегал на... прошлом уроке физкультуры. У нас же есть каменная кирка. Все, мы спасены. Сейчас мы походим здесь, пособираем и поднимемся на ту последнюю вышку, кажется. Ладно, все, давай, забираемся наверх. Быстрее, 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 быстрее. Быстрее, быстрее. А, нет, нет. Ладно, мы живы. Самое главное. Так, кушаем, кушаем. Никого не слушаем. Когда я ем, я глухнем. Это из этого разряда. Шуточки. Рискуем? Кто не рискует, тот не играет в Майнкрафт, разумеется. Нет, 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 пожалуйста, нет, 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 нет. Нет, 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 нет. А? Чё, он такой мощный, что ли? Ой-ой-ой. Забираем вещи, если они не пропали. Нифига себе, он покоцал нам броню всю. Кажись, все взяли. Ой-ой-ой. На меня главное не нападай. Я боюсь даже туда посмотреть случайно. Мы не знаем, что это такое. Мочим, мочим, мочим. За ноги хватай. Что-то он какой-то непробиваемый. Ух, нахера я так, нафига я так сделал, а? Вы понимаете, да? Мне надо сейчас накопать камней. Камней надо накопать. Чтобы забраться повыше. Так.
А мне надо накопаться, чтобы забраться повыше, да. Все, я думаю, этого хватит. Целый стак камней почти разновидных. Главное, чтобы вещи не пропали. Это самое главное для меня. Берем побольше стрел. Да, разумеется. Однако оставим немного на всякий пожарный случай. А случай бывает с пожарным всяким. Мотыгой. Убить дракона мотыгой. Вот. Вот ради чего я играл в Майнкрафт. Все. Теперь я понял. Теперь я это понял. Я убью дракона мотыгой. Никто так еще не делал из ютуберов, насколько я знаю. А я сделаю. Я убью дракона мотыгой. И это будет не простое убийство, а золотое. И на каком основании мы померли? Что ж на... Ага, вот здесь вещи, значит, мы на этом основании сдохли. Я себя чувствую немножко как Дрим, потому что я прохожу Майнкрафт. Для меня это очень интересное, так сказать, время. Ага, вот так его надо мочить. Вот так. Фу! Мы сдохли. Все, бежим, бежим, бежим. Вещи, 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 вещи. Вещи, надо взять вещи, обязательно. Это обязательное условие. Иначе мы пропали. Куда? Куда несет? Бежим, бежим. Где вещи? Где вещи? Я не помню, где трап... Ага, все вижу. Майнкрафт — чудесная игра. Чудесная просто. Самая лучшая игра. Итак, у нас тут немножко вещи разбросаны по инвентарю. Сейчас мы приберемся. А то мама ругать будет. Нет, да что это такое? А? Да что за... Сколько раз я там сдох? 4 раза? Ладно, для дракона это не так... Важно. Это важно для меня и для моих... Вернее, для моей репутации среди подписчиков, что умею ли я играть в Майнкрафт. Ну, раз человек прошел игру, почти, да. А почти не считается, значит, прошел, раз прошел игру, то, соответственно, можно сказать, что этот человек умеет играть, да? Может, я, конечно, неправильно мыслю, но я думаю, вы поняли, как я мыслю. Вот так мысли. Да-да-да. У нас скоро броня уже сломается. Итак. Убить дракона мотыгой. Вот ради чего мы играем в Майнкрафт. А-а-а! Он плюет! Вот! Даже не знаю, как сказать. Плеватель. Он на все наплюет. И это очень плохо, то, что у меня жизнь кончается. Хорошо, что этот дракон не умеет телепортироваться. Вы представьте, как бы это было странно и опасно. Пока я убиваю дракона, вы можете поиграть в интересную игру War Thunder. В принципе, там смысл тоже такой. Надо всякие летающие драконы стрелять. Летающих драконов. Правда, это не совсем драконы, но... Игра и War Thunder. Бесплатно. Или как там обычно говорят при рекламе War Thunder. Если что, это не, была не реклама, честное слово. Ах ты ж на маневренном самолете-то, а? Опытный пилот. Да какого хрена? Как он так плюет, а? Я тупой или я тупой? По-моему, я очень тупой.
Этот несчастный картофель нужно уж съесть. А то его как-то жалко даже. У него жопа незащищенная, вот в чем дело. Ну, вот почему он не убивается? Так, все взял, все взял. Все взял. Все взял, все взял. Все, все, все. Сейчас мы его добьем золотой мотыгой. Золотой мотыгой. Золотой. Вот золотой точно никто не добивал. Эх. А ведь где-то я нашел эту мотыгу. Сундук! Сундук, сундук. Мотыга. Вообще мотыга по виду мне всегда напоминала косу. Все, мы почти убили этого сраного дракона, который все время пердит и этот плюется. Давай спускайся. Все, все, все. Мы его сейчас добьем. Все, это последнее. Это последний спуск. Ой, если он биться, конечно, не будет так жестко. Все. О! Это что за полет шмеля? Куда он вообще кидает, а? За километр. Лучше бы до Москвы меня подбросил хоть раз. А, нет, я знаю, он туда выбросит, если я так скажу. Лучше пусть не бросает. Все вещи, которые я потеряю. В таком случае будет обидно. Ждем, пока он сядет. Однако, конечно, это будет немножко кликбейт, то, что я бью дракона мотыгой. Но, по сути, последний удар я нанесу мотыгой. Так что не надо меня из-за этого хейтить. Я все честно делаю. Я нанесу ему последний удар. При помощи мотыги. Давай, умирай. Умирай, 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 умирай. Умирай! 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 Я сделал это! Я сделал это! О, офигеть! А, мы убили его! Но сейчас нас убьет! Куча эндерменов! Нет! Нет! Нет, их просто куча! А, нет! Нет! Пожалуйста, нет! А, нет! Нет, нет, нет. Нет, они меня убьют, все. У меня нет выбора. Нет, у нас есть один способ выжить. Где эта дырочка? Мне нужна срочная дырочка моя. Отбиваемся, отбивайся. Без регистрации смс. Она меня спасла, эта дырочка. Я всегда знал, что такие убежища, укрытия спасают людей. Все, добиваем, добиваем этих. Итак, все, берем опыт, берем наш опыт. А, вот что это здесь заспавнилось. Вы видели? Это получается портал в далекие края. Что-то такое, насколько я помню. Я же там ни разу не был в выживании, честным образом. Все, возможно, это прохождение будет продолжаться. Тогда это уже будет похождение, наверное. Приключение, скорее. Итак... Используя мотыгу, мы победили. Где яйцо? А. Ой. Ой. Да. Можно попробовать быстро сломать здесь блок и поставить здесь кнопку. Но надо действовать быстро. О! Яйцо дракона, ура! У нас есть яйцо дракона, его можно на голову надеть? Нет, нельзя. Но на такой чудесной ноте. И да, я хотел бы порекомендовать мои Телеграм и ВКонтакте аккаунты, где я тоже стараюсь выкладывать видео. Потому что я уж не знаю, что тут с Ютубом будет. Возможно, его заблокируют. Но ничего страшного. Давайте мы зайдем вот в это чудесное место, в котором я ни разу не был. Я прошел Майнкрафт. Да, 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 есть. Я сделал это. Я даже скину всю с себя броню, чтобы это было как можно красивее. Да, 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 да. Мы победили, наконец-то, вот честно, вот
Это первый раз я честным образом прошел Майнкрафт. Вот честно говорю вам. Сколько я его играл? Лет 9-10, наверное, я его играл. И первый раз я прошел. Так вот, что значит цифра 1 на моей футболке. Ну ладно. Итак, опять покушаем ягод. Да, я люблю кушать. Особенно ягодки. Все, мы наелись ягодок, наконец-то. Все. Заходим сюда. Ну? Надеюсь, я прочитал у всех имена правильно. Очень я на это и надеюсь. Извините, если неправильно прочитал. На таком вот чудесном фоне мне хотелось бы закончить наш выпуск. Всем спасибо за просмотр данного видео. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. А еще подписывайтесь на мой не только YouTube, но и Telegram и ВКонтакте аккаунты, каналы, паблики. Не знаю, как правильно сказать. Но я хотел бы сказать еще что. Может быть, если вы захотите, напишите в комментариях. Я сниму еще серию по этому миру. И да, я этот мир обязательно куда-нибудь загружу в интернет, чтобы вы могли скачать. Эх. Красиво. Красиво я победил дракона мотыгой. Ну а всем goodbye!